Всем привет! Это заключительная часть видео по сборке Hurricane в масштабе 1.72 от польской компании Arma Hobby. И начну я его с изготовления остекления для посадочной фары в передней кромке крыла. А делать его буду из узкого канцелярского скотча. Обычно для этого я применяю скотч от Erich Krause, но его под рукой не оказалось, так что сойдет и Брауберг. Теперь прозрачные части закрою масками, а остальное подкрашу в цвет камуфляжа. Заодно подкрашу и все недочеты. Thank you.
Перед нанесением декалей, всю модель задул глянцевым лаком Mr. Color. В качестве смывки использую масляную краску, разведенную White Spirit. Растушевываю мягкой кистью, слегка смоченной в White Spirit.
Закрепляю получившийся результат полуматовым лаком Mr. Color. Следующий этап везеринга – имитация следов пороховых газов, потеков масла и других следов эксплуатации. Thank you.